Здорово, отец. Сейчас мы снимаем. Сейчас прокатимся. Как ощущения первые? Ой, слушай, прям отлично. Мне нравится то, что ничего не гремит, да. Просто так надоедало вот это, ну, прям вот гемор конкретно. Я прям музыку погромче включал, чтобы это не слышать. Сейчас вот прям доволен, на самом деле. Ну, рад, что нашел таких ребят, и вот мне друг посоветовал, что так круто, блин, могут сделать. И на самом деле за адекватные деньги. Просто я приезжал в одну компанию, Филитек. Они мне сказали, блин, ну, 30к. Я думаю, 30к за что там вообще? Сколько? Ну, типа, ну, это дорого. У вас я отдаю за 12500. И мне не жалко эти деньги отдать за вот этот кайф, который сейчас получаю. И гарантия 2 года. Блин, вообще супер просто. Поэтому советую, ребят. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на них. Желаем дальнейшего продвижения. Спасибо. Ребята, на самом деле мы не причастны полностью к этому звуку на этой машине, хотим просто показать, как она звучит. Но мы причастны к тому, что выхлопная система стала более правильной геометрией, она теперь не вибрирует об кузов, как это было до того, как к нам приехал владелец. Она теперь не задевает ни крючки, ни резинки, здесь все сделано аккуратно, грамотно и ровно теперь. Потому что человек жаловался на скрежет, на то, что крючки оторвались. Собственно, мы поставили правильную гофру. Мы сделали геометрию более правильной формы. Обязательно смотрите вот в тот момент, когда я говорю. Собственно, вы видите сейчас, что гофра была вот такая длинная. Соответственно, она касалась об кузов. Сейчас вот вы видите перед собой, насколько правильно, грамотно мы сделали. Также крючки и резинки мы поменяли для того, чтобы все встало на свои места. Мне на самом деле нравится то, что если он постоянно бы очень сильно орал, он бы мне надоедал на каждый день. Да. А здесь он, получается, ты валишь, он как бы и есть. Педаль нажимаешь, он появляется. Да, но он какой-то свой такой породистый. Слушаем звук, наслаждаемся и благодарим ребят, мастеров, которые старались. Поставьте лайк для того, чтобы их работа была не напрасной. Thank you.